Данился Мадуров, игрок Краснодара, Данил с победой. Автор, кстати, хитрика в этой встрече. И какие у тебя ощущения после такого матча? Потому что выиграли 7-0, и еще ты отметился очень результативно. Спасибо за поздравления, конечно. Рады победе. Но ехали сюда только за победой. Получилось сыграть свой футбол. Не играли в длинные передачи. И получалось играть в короткие средние пасы. И удавалось доводить до хорошей комбинации. А установка какая была перед матчем от наставника? Выиграем все единоборства. Если выиграем все единоборства, значит выиграем игру. Как будете готовиться и к следующим матчам? Скажите, пожалуйста. Сейчас приедем. Сначала восстановление будет. После восстановления пойдут в восстановительные тренировки. И после тренировок начнутся тренировки, которые будут уже подготовка и под соперника, против которого мы будем играть. Данил Самодуров, игрок Краснодара. Еще раз победы и удачи. Счастливо. Наставник Краснодара Илья Альбертович Филиппович. Да, и в первую очередь с победой. Какие ощущения, как добирались до Нальчика? Спасибо за поздравления. Я могу сказать только, что счет на табло не отображает качество и стиля нашей игры. Я могу сказать, что сегодня был не лучший матч в нашем исполнении. Но хорошо, что все так сложилось. Было тяжело в плане единоборств. Было много накала, много эмоций. И хорошо, что мы где-то проявили хладнокровие. Но очень большая пища для размышлений после этого матча. Добирались мы за сутки, как обычно, из Краснодара. Спокойно выехали, вчера провели на вашем поле тренировку предыгровую. И сегодня уже вышли играть. Ну а что скажете о качестве газона на сегодняшний день? Очень приятно удивлены. Хорошее покрытие. Мяч ходил быстро, помог дождь, что оно было скользкое. Я думаю, это сыграло нам на руку, потому что мы больше стараемся играть низом. Больше команда любит, когда мяч быстро ходит. Но если бы был сильный ливень и началась бы верховая такая дуэль, то я думаю, нам было бы сложнее. Ну и вопрос, над чем сейчас больше сейчас придется работать? Это над тактикой или над физическим состоянием игроков? Ну, по физике сегодня неплохой был матч. Да, есть тактические моменты, которыми мы недовольны. У нас с 2008 года две команды. Одна выступает в федеральном UFL, вторая вот в этом UFL региональном. У нас происходит постоянная ротация, но мы движемся в одном направлении. И как бы наша главная цель – максимально много подготовить футболистов на высший уровень, и тогда мы будем довольны. Спасибо, Илья. Илья Альбертович Филиппович, наставник Краснодара. Еще раз победы. Удачи. Спасибо. Мартин Чеченов, полузащитник Спартака из Нальчика. Мартин, как ты думаешь, в первом тайме уже считали, что эту игру вы где-то уже провалили? Или все-таки надеялись, что во втором тайме хоть как-то вернется в игру? Мы надеялись во втором тайме выйти и сыграть достойно хотя бы. Уже горели 3-0, но хотели чуть размочить, что-то достойно сыграть. Но вперед побежали и рассыпались. Не получилось нам во второй тайме размочить счет. Ну и как вы считаете, еще какой момент во втором тайме еще является ключевым, что вот счет был такой вот очень крупный? Да, ну уже все, там все решалось уже. Не могу удаление? Ничего поделать. Удаление тоже повлияло, да. Ну а во втором тайме какую установку получали? Была ли какая-то тактическая перестановка в игре? Ну, мы вышли во втором тайме в три защитника. Чуть поменялась схема. Мы хотели, да, я же говорил, размочить счет немного, но не получилось. Мартин Чеченов, полузащитник Спартака из Нальчика. Мартин, не стоит расстраиваться. Удачи в дальнейшем. Счастливо. Мурат Емкужев, наставник Спартака Нальчика, 2007 года рождения. Мурат, после такой неудачной игры, какие ощущения, атмосфера и так далее, что скажете? Да тут особо нечего говорить. Счет на табло, честно, я не могу ничего сказать по игре. Ну, сейчас точно не могу. Анализ проведем, посмотрим, обсудим. Тут много каких-то побочных явлений. Я не обсуждаю никогда в жизни. Все, не буду дальше.
Я только по своей игре пока не понимаю, что произошло, но получилось не очень удачно. А поменяв расстановку в три центральных, что именно вы хотели этим в игре самой, как повлиять? Ну, мы и повлияли. И вот я вернусь к первой своей фразе. Не хочу обсуждать людей, которые принимают участие в этих матчах в желтых футболках. Не люблю этой темы, не люблю говорить, что они в чем-то виноваты. Мы перестроились, три защитника, вы игру видели, первые 10 минут мы просто переломили игру. Зачем ее ломать, не знаю. Ну, получилось дальше, как получилось. Но мы то, что хотели, мы сделали. Перестроившись три защитника, мы максимально подняли игру. И, в принципе, вся игра начала проходить на половине соперника. А в дальнейшем, как вы считаете, сейчас над чем необходимо работать? Над физикой или над тактическим составляющим? Да и над тем, и над другим мы, в принципе, работаем. И оно получается, и ребята с одной схемы в четыре защитника перестраиваются в другую схему, в три защитника центральных. То есть эта работа ведется, и они выполняют свои установки и бегут до конца 90 минут. Я не вижу ни одного из своих пацанов, кто может там остановиться или устать. Они бегут до конца, работают. Здесь, я думаю, другая проблема в этом матче. Мурат Ямкужов, наставник «Спартака» и «Значка». Мурат, не стоит расстраиваться. Удачи в дальнейшем. Счастливо. Спасибо.